Привет! Отложи все дела на ближайший час и позволь себе хорошенько расслабиться. Впереди нас ждет нон-стоп отборных видосов. Поехали! Ты еще не раз вспомнишь эту картину в панике, пока будешь где-нибудь плавать. Всем, кому для новогоднего настроения не хватает снега. Пиши в комменты, если расшифровал это послание Вселенной. В итоге они сошлись на том, что оба лаяли на дверь. Истинный джентльмен всегда пропускает даму вперед. Был ли ты хоть раз настолько же сильно доволен своей работой? На самом деле они ищут табло с результатами. Ты не можешь открыть банку с огурчиками. Двухлетний ребенок в Азии. Единственный тимбилдинг, который реально сближает. На работу он опаздывает по любой причине, кроме пробок. Как и этот приятель.
Правда, неловко, когда шлагбаум в общении с девушками увереннее тебя. Как превратить пикап в обычный лоурайдер за пару секунд? Твоя любимая категория ароматизированных видео. Уровень самостоятельности в жизни, к которому нужно стремиться. Как бы сказал Дейдара, потому что искусство — это взрыв. Один из самых зрелищных эффектов домино, что ты видел.
Просто хочется не хуже него ориентироваться в стрессовых ситуациях. И также относиться к неудачам. Мама у него, скорее всего, из бобтейлов. А папа, вероятно, питбуль. А ты видел эти цены на вибромассажные кресла? Они разве не знают, что выход шеф-повара к гостям — это большая честь? Что, мы до моря приехали? Да, ближе уже никак. Спасибо. Женщин. А потом я
пошел за синий столик побарагозить, я нас ждала, пока меня закрыли в туалет. Твою мне свои синие музыку, бля, а что ты делаешь? Начал на меня обижаться, я говорил, в конце концов, ну что ты хочешь мне сказать? Я тебя кормлю, я тебя кормлю, я все делаю. Если на этих кадрах за рулем не ты, знай, у тебя нет проблем с внимательностью. Как-то так вели себя люди до изобретения страха. Não mexe não, Daniel, não mexe não, não mexe não, fica paradinho. Senão ela tá com você, não mexe não, Daniel, não mexe não, fica parado. Eu vou aí com o barco, eu vou meter o barco em cima dele pra salvar você, não mexe não, parado. Такой плавный уход на языке рептилий, значит, я с тобой еще не закончил. Перед тобой будущая звезда Кариды. Чего не скажешь о нем? Услуга «Трезвый водитель» здесь вышла на новый Слава богу, затормозил. Всего лишь сделал одолжение бобрам. Ты наверняка не слышал, чтобы дома у ниндзя стояли аквариумы, и вот почему. Woo!
Вряд ли есть что-то более отталкивающее и притягательное одновременно. Когда вакансий нет, но снижать уровень безработицы как-то надо. За съемки нового Бэмби в HBO, похоже, взялись сразу после Чернобыля. Incredible. How is it still alive? Видеокурсы езды по бездорожью для начинающих. Готовься к выбросу адреналина через 3, 2... Things we do for fun. What's up? 家都是猴子，一家都是猴子，一楼全是猴子，太罪恶了。Эти двое все никак не справятся даже с первой стеной. Спрячь-ка свою закуску под стол на секунду. Boys, it's close. It's close. It couldn't be closer. Like, boys, like, it's... Oh my god, I don't... Let's go!
Видос посвящен каждому присутствующему здесь прокрастинатору. Он что, не видел там надпись «Только для 3310»? Amigo de la cara. Amigo, usted es un ayudante mío, ¿verdad? Uy, amigo. Помни, как важно соблюдать баланс между отдыхом и приемом пищи. Всем и утром понедельника немного он. Жми лайк, если тоже надолго запомнил этот фильм Кевина Смита. И этот костюм из американской истории ужасов. Сори за спойлер, но этот фильм про похищение с хэппи-эндом. Жилищные условия в этом доме одобрены специальной комиссией. Ja, ja.
топ-10 впечатляющих битв в аниме. Застройщик дома может использовать этот ролик как рекламу качества работ. Тоже можно сказать о производителе этих дверей. Спорт спортом, а углеводное окно само себя не закроет. Без сомнений, в прошлой жизни он преподавал ниндзюцу. What are you doing? Ollie, what are you doing? Она как Гринч или Крампус, только для Хэллоуина. Прости, что просим снова, но от перекуса лучше оторваться. Yeah.
четко ощущаются вайбы Джеймса Бонда. Малыш понял смысл фразы «Цель оправдывает средства». Фанат Windows в деле. Дерево против Форда. На кого ставишь? В кино после такого возмутительного жеста обычно начинается экшен. Этот ролик сделает твой день немного добрее. Ставь лайк, если бы на месте окружающих поступил бы так же. Ha ha ha!
Обстановка на этом футбольном поле в Гватемале оживленнее, чем на чемпионате мира. По законам драмы, в этом месте стоит очень грустный человек-невидимка. В видеоиграх это называется двойным уроном. То же самое хоть раз чувствовала любая дама на шпильках. Представь, что ты видишь это на выходе из кинотеатра после сеанса звонка. Все еще остается загадкой, какой пол означает этот цвет на гендер-пати. Пусть кто-нибудь также заботится о тебе. Теперь представим, что водитель должен выполнить аварийную остановку. Зацени, как круто! Они еще и самонаводящиеся!
Как говорят на Востоке, препятствие и есть путь. Напоминаем не пропускать занятия по парсалтангу, чтобы не оказаться на его месте. Аквапаркам пора запретить использовать парики как шапочки для плавания. С нетерпением ждем сиквел «Призрачного гонщика» с трактористами.
Я за телефон. Предлагаем понять и все же простить этого воришку. Что скажешь? Ты наверняка будешь рад узнать, что собаку вернули. Типичная покупательница в магазине женской одежды утром 31 декабря. Кому нужно жилье с искусственным интеллектом, если есть дом со встроенной пасекой? Маскировка под провод от тостера на уровне эксперт. Одна из причин, почему место жительства стоит выбирать по соседям. Возможно, ты еще какое-то время не сможешь заказывать доставку еды.
Что видят продукты в холодильнике, которые ты размораживаешь впервые за 2 года? Было ожидаемо, что у такого делового парня, как Сквидвард, есть транспорт. Порадовать себя кексами сегодня, увы, не выйдет. За такие деньги Rolls-Royce и McLaren давно должны были добавить кнопку превращения в подлодку.
Нет, это не пена для бритья. На модель Беллу Хадид сейчас наносят специальный состав, который вскоре станет реальным платьем. Хорошая новость в том, что его и гладить не нужно. На пиратском судне он бы не пробыл и дня. А вот видеть ее на мачте корабля будут только рады. Гений парковки с твоего двора, похоже, купил себе водный транспорт. Он настолько неудачно встал, что тачка сама решила это исправить. Будем надеяться, они на водной основе. Если ты добрался до сюда, смело кидай этот момент в копилку личных достижений. Не забудь нажать на лайк, пиши в комментариях, какой ролик порадовал больше всего, и до встречи в новых подборках!